А чего вы потеряли? Да книжку я положил туда наверх, ее сняли. Я помогу. Людмила Степановна, книжка. Я хотел ее отдать. А он на столе посмотри. Нет, там песни. А? Выйдешь направо. Где? В коридоре, как только выйдешь направо. Ну кому? Ну посмотри, конечно. А вы куда сюда? Александр Иванович. Так вот, может, большой возьмем. Сейчас, что ли, видели? Сейчас поедем. Сейчас я его спрошу. Так, все желающие зашли уже, начинаем. Царю небесный, утешитель души. И древесный, и все исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, прибудь с нами, благослови сие собрание, дабы мы были верными дочерями и сынами Твоими, не только по названию, но поистине, по делам Своим. Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Как-то вот там вроде побольше, а сюда заходим, уже рассеялись. Жертва общения с братьями и сестрами, она вот как-то не желается некоторыми быть принятой. А таковы жертвы угодны Богу. Там мы возносим молитвы Господу, разговариваем с Ним. А здесь мы говорим о своих нуждах, о том, как понести бремена друг друга на раменах своих, на плечах наших, как помочь друг другу. Мы должны быть вместе. Только вместе мы можем преодолевать многие трудности и препятствия на пути спасения. Одному сложно, а когда вместе, тогда, как говорится в народе, гуртовый батьку эти вселения. То есть, еще призываю вас все-таки приносить эту жертву общения с братьями и сестрами, потому что они, эти жертвы, угодны Богу. Плоть мы нашу очень любим, и я о плоти, о болячках поговорим, конечно, о духовном тоже будем говорить, но о болячках тоже нужно поговорить, и о плоти нашей. В интернете я увидел, знаете, да, что Игнат Тихонович, когда собирался в путешествие в Дании, то он оформил такую бумагу, в которой нотариально заверено его желание, чтобы после смерти его
тело его не было прикосновенным, чтобы к этому телу ничего не было применено. Так вот, я вас призываю к тому, чтобы вы побеспокоились о своих телесах уже при жизни. В интернете была такая информация о том, что родители беспокоились о своей дочери, у нее была клиническая смерть, ну, уже врачи знали заранее, что исход известен, и поэтому уже готовили ее, уже она лежала еще, ну, как бы на аппарате, мозг уже не работал, а уже готовили ее, исследовали для того, чтобы забрать ее органы для пересадки. И потом возникло дело, то есть узнали родители уже после того, как похоронили, узнали о том, что, или до похорон, но узнали о том, что у нее изъяли органы. Так вот, если вы не хотите, чтобы к вам это было применено, то нужно побеспокоиться заранее. Оформить эту бумагу, чтобы она у вас была, нотариально заверенная. А есть такая ситуация, вот знаете слово такое «презумпция»? Что означает презумпция? Презумпция означает, как бы в переводе с латинского, факт, заранее принятый как верный. И доколе обратное не доказано, то это и будет составлять вот эту истину. Ну, в юриспруденции существует такой термин «презумпция невиновности». А в этом отношении, вот о том факте, который он рассказал, существует презумпция того, что раз нету никого, заявления никакого, ни от умершего, ни от родственников нету, значит, презумпция того, что можно будет изъять органы. Так вот, имейте это в виду. Да, Любовь Петровна, не беспокойся. Наши с тобой органы, они никому не понадобятся. Здесь 90 с лишним процентов органы никому, никто не возьмет их у тебя. Так что не сильно беспокойтесь об этом. А что тебя знаю? Никто не возьмет. Так, я сейчас еду посещать чернявских сестер. Вчера мы были у Анны Кузьминичной. Но Анна Кузьминична, слава Богу, встретила нас. Так, это хорошо. А вот Валентина Фоменко, она уже не встает, лежит. И, ну, скажем, очень уже такая, что, наверное, вот-вот уже исхудавшая, так это сильно она. И, ну, там у нее, видите, что и дочь-то больная, не знаю, хоть хочет, а дочь больная такая, и там здоровые, если то через неделю заболеют. Как я был в больнице, сестру Алевтину проведал и зашел в больницу, я говорю, здесь не только лежать, выздороветь, здесь здоровый прошел я, и до того я уже вышел больным из больницы. Все это штукатурка обвалена, все это обшарпано, это лестница идешь за перила, а перила качается туда-сюда. Это все, я еще, ну, всякий бывает, но такое, чтобы так это, в больнице было. Ну, это так. Благодарю всех, кто знал, что я в Ишим я ездил, поэтому за молитвы. Все благословенно было, и в дороге, и там. Встретились, помолились с владыкой Евтихием, причастились вместе. Помогал я им там два раза соборовать. У них общее соборование там проводится. Где-то по 100 с лишним человек за каждым соборованием было. Вот. Ну, я ему приглашение послал вперед, он еще не ответил. И сейчас я напомнил, он говорит, я очень больной. Он уже даже никуда не выезжает, говорит, я не выезжаю никуда, поэтому считай, говорит, меня отреченным. У него серьезная болезнь, там что-то с кишечником, и у него сердце тоже операцию делали, и сейчас сильно болит кишечник. Он перед каждым обедом выпивает картофельный сок, пьет. Вот, прямо натирает там этим миксером размешивает и отжимает этот сок, картофельный пьет сок. Поэтому он, я говорю, не могу, куда я, говорю, дорогу, это никак. Поэтому так, ну, все, в общем, так, я поблагодарил его за все, что было, за все годы нашего общения. Поблагодарил, все благодарят, владыка, за то, что мы столько лет были вместе, и как общины мы состоялись под вашим, как говорят, окормлением. Окормление – это путеводство, то есть направление, как правильно нам жить. Когда у нас, хотя и были какие-то такие небольшие, как бы сказать, несогласия,
Но все это при помощи Божией устраивалось. Особенно было, когда мы на русский язык. Он запретил 3 года, чтобы на русском не разговаривали. Мы не разговаривали в церкви, выдержали это. А сейчас я приезжаю, смотрю, апостола читает на русском. Он Евангелие в алтаре читает на русском. У него 2 Евангелия. На славянском читает на русском. Псалмы, кафизмы на русском читает. Я ничего уже не стал говорить. Так, ну все приметил, но ничего не сказал. Уже не стал я. Я старался так, чтобы не смущать. Он больной, он очень как-то скажет раздражительно так. Ну, слава Богу, все. Наверное, последний раз так повидались мы. И все. Поисповедовался я там, причастился. Ну вот так вот. Все. Слава Богу за все. Прошу ваших молитв, чтобы вы в ваши молитвы поминайте его. Чтобы Господь ему дал здравия телесного и душевного здравия. Вот. Я не служил, но причастился только за службу. И потом он сказал, ты проповедь приготовь завтра. Я вечером с ним, когда был, он говорит, завтра за литургию проповедь скажешь. Ну, я приготовил, там было как раз о том, как Господь идет, Филиппа находит, Филиппа, иди за мной, Филипп пошел, Филипп находит Нафанаила, а Нафанаил говорит, а что может быть там доброе из Назаря? А ты, говорит, пойди, посмотри, тогда узнаешь, доброе это или худое. Вот. Ну, на эту тему я там сказал немного. Вот. Ну, приход так много, утром было, может быть, человек 200 с лишним. На службе. Ну, город. Но в городе у них уже 4 прихода. Город небольшой. Город где-то 100 тысяч даже нету города. Такой небольшой городишко там. Город старинный, но там нет никакого развития. Таких промышленных нет никаких предприятий особых как-то он. И так. У них есть даже такое, как насколько это истинно, я сам не видел. Но говорят, там есть Покровская церковь за железной дорогой. Вот, ее построили железнодорожники еще до революции. Да. На средства свои рабочие собрали там это железнодорожники и построили. Она не так большая, деревянная церковь. И когда стали закрывать, здесь уже в 20-е годы, и хотели ее закрыть. И они как-то собрались и говорят, и пошли к Ленину. Чтобы... И от него будто бы им была бумага. И они приехали с этой бумагой, и церковь так оставили. Ее не закрывали, не закрыли. Остались. Другие церкви там закрыли, сломали там несколько церквей. А эта деревянная церковь так по сей день стоит. Вот. Ну вот такое есть, что будто бы такое было. Я не видел этот документ, но говорят, что они хранят этот документ, будто бы у них есть. Он хранится. Вот такое вот. Ну что еще? У нас потеряете, ну что? Пока все на месте. Снег лежит на месте. Как лежал, так лежит. Возле домов, где потаяло, так все нормально, тихо. Лежит снег. Не тает. Ну так, подтаивать, под снегом уже вода, но пока, если сейчас будет потеплее, говорят, до 16 градусов тепла днем, то день-два и тогда тронется. Но снегу мало. Мы даже переживаем, наберутся или нет пруды. Новый пруд наберется или нет, новый пруд. Мы новый пруд, который возле храма сделали, очистили, кругом это выпилили старые деревья, там дров навалили, а приехали на днях электрики на снегоходе проверять счетчики, сверяют, что мы там не воруем или что там. Ну, у них положено им, они делают свою работу. Я увидел один, говорит, а что у вас здесь лесозаготовка какая-то идет, чем дрова? Да нет, я говорю, мы просто облагораживаем пруд старый уже. А там навалено уже, мы сразу пилили, сразу на чурке пилили и складывали. Там в одна куча большая, там много же, там деревья было такие, что, ну, даже вот такие были. То есть пила у меня 40 сантиметров. На две этих шинки надо. С одной стороны, потом на другой, только тогда уже. Их не погрузить, так на месте их раскалывали там на несколько частей, на 4 части, тогда уже грузили на сани и вывозили. С пруда вывозили. А там пруд мы освобождали, чтобы с пруда вывезти. Ну вот, заготовили на храм и так, для деревенских, кто, значит, кому нужно дрова будут. Так, следующий мой приезд будет через воскресенье. Потому что потерять я еще не служил ни на воскресенье, их не исповедовал. Значит, там будет крестопоклонное. Вынос креста, поклонение кресту будет. Это середина уже поста будет. Вот. Тепло уже как бы началось, а Пасха поздняя. Я смотрю, у нас вот такие вербочки уже расцвели кругом.
Я не знаю, что, если еще пока вот эти 4 недели будет, отпадут. Я думаю, что, наверное, я нарежу и в морозилку положу. У меня большая морозилка есть, морозилку положу, а потом бы. Так, наверное, можно будет сохранить. Батюшка, они же и так год стоят. Зачем морозилку? Их нарезать, они будут сухие лежать и ничего. Да сухие они, пока я попросу, потом они отпадут. Они отпадут. Наверное, я, Бог даст, жив-здоров буду, завтра пойду нарежу, сижу так, запакую и в морозилку положу. Так почему завтра? Может быть, чуть попозже. Когда? Так они уже расцвели, они чуть попозже, они отпадут. Я думаю, неделю простоит. Ну, может, неделю простоит, но сейчас иду, и прямо они красивые все, такие мохнатенькие стоят уже. Так. Есть какие вопросы ко мне? Нет. У меня вопрос, матушка-то видит, как она? Нет, я в Тюмени не был, я только до Ишима, я в Тюмени ездил, нет, не видел, не знаю, ну ничего, наверное, все, она выздоровела нормально, поэтому ничего, сообщений никаких нет, и в Тихе ничего не говорил. Вот. Скворцы прилетели. Ко мне какие вопросы? Когда ты тебе скворцы прилетели? Прилетели скворцы. Прилетели. Уже неделю как прилетели. Я вчера целый день занимался, все скворечники. У меня было скворечники повешено 6 штук. Они все, когда скворцы улетают, тогда воробьи занимают эту жилплощадь. И воробьи забили под самую отверстие. Там вот скворечник такой полностью забит. Так вот я все снимал. Гришки снимал, вычищал, забивал, а обратно их вешал на березы. Вот я 7 скворечников повесил. Вчера захожу, здесь магазин есть, продаются скворечники, но до того красивые сделаны, ну не как мои, конечно, у меня там все есть досок, а это досточки все шлифованные такие, 800 рублей один скворечник. Но красивые, там в таком... В каком скворечнике каждый скворец будет жить? Вот ты хочешь, чтобы у кого скворцы были? Можешь не купить, мне скворечник дать, я повешу, ваши скворцы будут потерять. Они будут ли жить в нем? А? Будут ли они жить в нем? Да они там будут в драку за такой дом. Это под евро сделано. Так, ко мне какие вопросы еще? Ну, скорее. Так, я еще вам раз напомню. Я был где и, значит, имел общение с теми, которые смотрят наш сайт. И скажу, что больше всего люди до того материала, который есть, более, они не доходят. Они останавливаются на наших роликах, которые есть на этом, и все. А до того не допускать, я как думаю, что это не совсем что-то... Правильно. То есть, то, что более душеполезное, то нет. А ролики, и они запоминают, там, запомнилось больше всех, всем, как и на тех, значит, решит голубей. Все на этом. Это как же так, ну, голубей, ну, вот и все. Другое, как занятия проходят? Я уже сколько вас просил, братья, проводите занятия. Ну, не касайтесь вы других. Вы слышали сегодняшнее Евангелие? Что сказали? Как они? Господь говорит, прощайся грехи, а они уже ропщут. А кто может, кроме Бога, прощать грехи? А Господь духом узнал. И как он? Что он их как-то обозвал там? Волки вы или что? Ничего, говорит. Он им спокойно, кротко объясняет это. Ну, а он смотришь ролик, ну, совсем нет ничего. Как вот называют там вот... Обиделся, дали визитку кому-то семинаристу. Он не принял. Обиделся, это волчата, но это не годится никуда. Вы думаете, что вы благовествуете, и уже заранее как будто бы думаете, а мне должны обязательно медаль или орден за это давать. Не дали мне этого, как же это так? То есть как будто бы за награду это идете. Вы же заранее знаете, что это будет так. Принимайте это со смирением и с кротостью. А если обидели, что-то сказали обидное там 10 лет назад, так по сей день не просим. Ух, какие они там это, что? Так это... Должно так и быть. Ничего здесь нет необычного-то в этом. Ну, сдерживайте себя. Не надо судить других. Бог будет судить всех. Сегодня, не сегодня, а Великий пост. Читается ежедневно молитва Ефрема Сирина. Еще раз вам напоминаю. Ее нужно читать не только в Великий пост, а ежедневно. Ей, Господи, царю, дарь мне зреть мое прегрешение, осуждать брата моего, я благословен ты во веки веков. Аминь. Это последняя, третья часть молитвы, я только вам прочитаю. Вот.
Поэтому имейте это. Вот. Не будете, говорит, судимы, судить, и вас никто не будет судить за это. Хотите, чтобы ваши принимали, делайте это с кротостью и с любовью, а не с такой какой-то с гордостью и надменем. Какие вопросы ко мне еще? Батюшка, можно? Давай. Вчера встретилась мне тут женщина, я говорю, у вас, ну она где-то так, я вижу, что верующие, говорю, у вас закончилась служба? Она говорит, да. Она говорит, а у вас, я говорю, да, закончился, я уже пришла на остановку. Она говорит, а мы вот здесь на втором этаже, и показывает на Марию Ра. А я говорю, а кто там? Ну, там Дмитрия Ростовского. Нет, она показывает на второй этаж и говорит, а вот тут, говорит, я приходила посмотреть, как служба идет. Здесь, говорит, по этой... Ну, там два храма, не службы. Второй храм наверху. Старообрядческому. Почему это? Второй храм просто, второй зал молитвы. Дмитрий Росковский, он там два храма, внизу и вверху. Она говорит, тут по старообрядческому стилю, говорит, длинная. Я говорю, а какой там распев? Она говорит, а там не поют, там только читают. Отец, ну где, Александр... ну может быть, я не знаю, здесь вот есть они, ну беспоповцы, там храмик вот небольшой, на левой стороне от старого базара, там видите, стоит часовня. Там старообрядцы, ну, беспоповцы. Так, на магазин так показал. Говорит, ну а если магазин, там не может быть. Там, говорит, у нас есть... Они... православной, русско-православной церкви, есть такие приходы, которые служат по старому уставу, по старому. Вот. Это в Москве есть четыре будто бы таких, самый такой это на Берсеневке, отец Кирилл. Он полностью по старому обряду ведет богослужение. Конечно, новое богослужение намного продолжительнее, потому что они, ничего не упускается. Вот. И у них пение. Допустим, у нас пропели быстро, а у них там знамена пения, там оно А, может быть, минуты две только букву А там тянет где-то вот так вот. Понимаете, это поэтому оно и продолжительно. Допустим, на утренне две кафизмы должно быть. Две кафизмы читаются на утренне. На вечерне одна кафизма полностью. Вот. Сейчас пост, на каждом часу еще по кафизме. Три псалма и кафизма полностью на каждом часе. Теперь... пение у них, вот за это, за счет этого у них и длинное богослужение. Старообрядцы говорят у нас, он, сестра у меня старообрядка никогда, так они не выдерживают во время богослужения, прерывают и выходят там посидеть, отдохнуть, скажем так. Ну, служба идет, представьте, 5-6 часов. Ну, как это будет? Поэтому удивляться не надо. Они считают, что самое правильное у них. Они все вычитают. Допустим, вот возьмем пасхальный канон. Пасхальный канон в каждом, на каждой песне только там два тропаря. В некоторых есть три тропаря. А положено на 12 читать. На 12. Так вот они каждый тропарь по 6 раз повторяют. Мы-то поем, по одному разу пропели и все. А они каждый тропарь по 6 раз. Первый тропарь 6 раз пропели, второй 6 раз пропели. Так этим пением. Так у нас... Они начинают в 12 и заканчивают в 6 утра, в 5, в 6 утра службы. Может быть так вот. Понимаете? Все. Так, еще какие? Нет больше? Ничего? Так, мы едем. Так, кто может отправить письмо? Но это зайти на почту надо. Заказным и с уведомлением. Поняла? Ну вот она, Галина, стоит. Заказным с уведомлением. Поняла? Заплатить сколько надо, потом скажет. Это епископ усел, я послал одно, говорит, не получали. Я еще одно посылаю. Да. Я позвонил секретарю, секретарь говорит, не получали от вас никакого приглашения. Поэтому я сейчас заказным и с уведомлением посылаю еще раз. Так, ну все, благословляйте. Бог благословит дочка. Ангела хранителя. Да, Галя. Галя, слово. Христос. Братья и сестры, у меня молитвенная просьба. Подождите, маленько. Так, я был там в одном храме, там увидел, слава Богу, за все. Кто желает, можете взять. Цена здесь написана 35 рублей один стоит. Кто желает? Такие же, как у вас были. Да, 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 точно такие же. У кого нет еще? Возьмите. В кружку сбросите. Сколько, 35? 35. Там написано 35 они. Там карандашом мне пишут. Там. Все. У меня молитвенная просьба от Наташи Приходько. Помните, давно она просила помолиться об отце Дмитрии. Вот, и на данный момент такие новости. Приехал их епископ Агафангел.
и сказал, что в воскресенье, то есть по нашему времени, это будет сегодня ночью, этой ночью, будет собран церковно-приходской совет для того, чтобы снять сан с отца Дмитрия. За что основание якобы еретичества? Еретичество в том, что он читал книги Игнатия Тихоновича, общался с Натальей Приходько. Ну, вот, в общем, вот такое основание. Да. И как бы заранее не было официально собран церковно-приходской совет, ну, это слышали члены церковно-приходского совета. Значит, Агафангел сказал так, что хочет поставить вместо отца Дмитрия другого батюшку, я по имени не помню, из Бразилии. И все расходы по переезду священника из Бразилии в Америку будут ложиться на этот приход. И люди стали говорить, что у нас, ну, нет просто таких денег, чтобы этот весь переезд осуществить. И предложили, может быть, если уж отец Дмитрий настолько неугоден, другого священника из другого штата. Но он наотрез отказался, якобы только тот, что из Бразилии. За отца Дмитрия вступился, если я не ошибаюсь, староста храма и сказал, что я просто ручаюсь за отца Дмитрия, что он никакой не еретик, он нигде не выступал с еретическими речами, с какими-то, бучу никакую не поднимал. Но это во внимание не было принято. И женщина, она входит в церковно-приходской совет, ее зовут Лариса. Она тогда открыто, смело выступила и сказала Агафангелу о том, что у него только меркантильные интересы к этому приходу, что он хочет туда, в их казну, запустить свою руку конкретно через вот этого священника, которого хочет поставить из Бразилии. Вот, ну, он как бы, на это ему абсолютно все равно. Даже некоторые люди из прихода, они стали подходить к нему под благословение. Но, как говорит Наташа, ему на это совершенно наплевать. То есть во внимание это он не берет. Я уезжаю, немножко расставлю в это. Вы когда вот это слышите, что не совсем так понимаю, может быть, совсем не так было там. Потому что за то, что читал, и за это там сана лечить, это нет такой даже вообще. Разделял. Во всем мире такого нет. Прочитал какую-то книгу из-за этого. Если он будет усиленно наседать на этом и учить по этим книгам, там начнет что-то свое, там, не согласное с учением церковным. Только тогда будет. А если он прочитал дома и за это будет, да, за это нет. Вы понимаете, поэтому вы очень в это не принимайте так, что именно это так. Потому что передали, кто-то передал не так. Они узнали не так, лично не были, а кто-то там пересказал из десятых это рук. То, что действительно у него сложно, это я знаю. У меня племянник там работает регентом в соборе. Он говорил об этом, что батюшка новый, говорит, и там даже вначале церковники были к нему не расположены. Почему? Потому что он после этого батюшки стал строго правил придерживаться церковных, там, канонов, чтобы вот это... А сразу недовольство началось на него. Вот. Потому что там так бывает, что она, допустим, псаломщица, регент, она курит, даже курит. Да, курит. Она еще будто бы дочь священника. Понятно. Вот. И он начал, а нельзя, если начнешь, там они сами, потому что у них немножко склад другой. У них по-другому. Это частная собственность. Храм, где находится, это частная собственность общины. Не чья-то, а это община, только может... Ой, поэтому, когда стали переходить, то его не могли забрать, этот храм, потому что это частная собственность. А не кинул, это частная собственность, ее нельзя... Там частная собственность охраняется более чем, не так, как у нас. Поэтому никто не сможет забрать это. Вот. И поэтому на батюшку там стали это. А потом, по-видимому, здесь больше всего, это я уже по своему опыту знаю, это от митрополита. Тому надо, может быть, своего кого-то священника, а этот где-то чем-то, говорит, досадил митрополиту. А досадить очень просто, я говорю, там, что-то где-то не так сделал при встрече, что-то досадил епископу, не так встретил. Можешь крест подать, нужно повернуть его левой стороной или правой. Подал не той стороной, может, досадил епископу. Я знаю, всякие епископы есть. Приходит другой, службу прослужит, он... И ни разу нигде никому не сделает никакого замечания и упрека там, допустим. А другой во время службы может остановиться и такой разгон дать, даже жезлом по спине вытянуть этого прислужника там, и подьякона какого. А другой епископ был убитый, который в этой, в Омске, Мефодия, его убили дома. Он, говорит, был никогда, вот протодьякон Анатолий,
он сейчас уже, он говорит, когда, говорит, он служил, ну и бывает там, молодец, досадят сильно, он говорит, только так, говорит, наклонится, говорит, а он болящий уже был тоже, сморщится, говорит, сморщится, так, говорит, и, ну никогда, говорит, что во время службы он кому-то сделал замечание, никогда, говорит, нет. После службы может там выговорить, что так нельзя делать, а во время службы нет. А другой он во время службы там остановит и даст разгону такого, что мало не покажется. Вот. Поэтому здесь, там свои, мы точно не знаем, что там и как. Понимаете? Молиться. Скажи, что надо молиться за него, чтобы Господь и того смирил, и этому дал разумение батюшке. И все, обсуждать не надо это. Я как бы не обсуждаю, меня просили, да. Какими словами вот передать, я теми передаю. Передайте так, что нужно от больше молитву, больше за него молитву, чтобы Господь дал батюшке мудрости и смирил гнев митрополита Агафангела. Агафангела, а священник Димитрий. Ну поняли, да? Агафангел-то епископ или митрополит? Митрополит. Митрополит. Ну а митрополит это не епископ? Какая разница? Это есть епископ. Так, еще? А болящих еще раз, Татьяна Кузьмична, все под присмотром наши болящие? У нас сейчас нет, 25-го, это в пятницу, увезли Марию Яковлевну в госпиталь. Но она сама, как бы, это, на очереди там стояла. Госпиталь для ветеранов? Да, госпиталь для ветеранов. Если кто пожелает посетить, пожалуйста, она в терапевтическом отделении. Но только какая палата сейчас, пока еще не знаю. Можно созвониться, узнать. На горе. Рядом с бывшей, старой краевой больницей. Старая краевая больница. Теперь онкологический диспансер. Онкодиспансер, ну, Надежда. Вот Валентина Фоменко у нас. Она как бы у нас без присмотра, в общем-то. Кто? Потому что Любовь Николаевна за ней как бы уход делала. Сейчас уехала, и неизвестно, когда она приедет. А там дочь такая, что, ну, знаете, что она больной человек. И поэтому она, конечно, готовит ей там, и в магазин ходит, все делает, как бы. Но все равно надо, и если кто-то пожелает, пожалуйста, посетите. Это тоже бы надо. Ну, у Александры и Валентины, там эта пожалка ходит, слава тебе, Господи, сын ходит. Поэтому, ну и сестры у нас ходят, Галина Николаевна все время ходит. Они какое-то общество, они наняли там женщину, она приходит и занимается с ней. Нет, все это очень даже во благо. Ну а так, все, кто были больные, те все остались. Сестра Татьяна появилась, да, пошла с травмой. Слава Господу. Татьяна, где Новикова? Еще? Какие? Слово, Игнатик, что вам? Я о том, что говорено было. Батюшка выразил благодарность и тихо ее наказывал. На 13 лет все-таки вместе были. Это все время молитву надо перед Богом приносить как благодарность. Мне задавали вопрос из России. Когда епископ едет, он с собой берет целый коллектив. Священники. И приходу разорение. Да еще и дай что-то. И меня спрашивает священник, говорит, а если такой епископ, знаете ли, чтобы вот не брал побор, а просто приехал, благословил, сказал Слово Божие, ну, отобедали, конечно, чтобы не брал побор это. Вот мы, говорит, не знаем ни одного в патриархии. Священник, протоиерей. И я говорю, а я знаю. Да вы что? Хотел бы познакомиться. Я говорю, Евтихий Курочкин, который у нас. Он в такой бедности, у него носков даже нету. Он как вот Иоанн Шанхайский, вновь канонизированный который. И как он храм строит, никого нет, он слезет, представьте, какая высота купол, привяжет жестину одну, веревка опять туда лезет, поднимает его, прибил там на куполе, опять слазит вниз, опять прибивает. Ну какой епископ это будет делать? Второе, это о наших мощах. Я выношу особую благодарность Виктору Андреевичу. Он добился и большие, конечно, деньги заплатил. Перевод составлен был правильно, потом по-немецки, по-английски, по-французски. И все это пошли, потом нотариус заверил. Мое тело, чтобы нигде не трогали, его привезти. Ну, тут Севастьяна не вижу, вон он здесь сидит. Он ответственный за него, и где похоронить, и переливание крови там не было. Все написал. Я знаю, что это стоило. Но это давало какую-то, ну, уверенность.
Я говорю, если еще случится, вы меня там под коробки-то засунете, да и путь-то меняйте, да домой. Второе. Да, пожалуй, третье. У меня какая-то мысль такая, алармовая называется. Состояние. Это тревожное. Это слово употребляет Андрей Кураев. Мне хотелось проститься с вами. Прямо настаивают на этом и криком кричат некоторые. И что люди будут жалеть потом, что не разрешили какие-то вопросы. И новые люди, когда будут, и будут спрашивать, и вы были, и могли задавать вопросы, не задавали. Да к тому говорю, какие есть у вас духовные вопросы, подумайте эту неделю. Запишите. В книгах может и не быть. Здесь я отвечаю в книгах на 4124 вопроса. В университетах, в милиции, где. А у вас может за это время новый вопрос, потому что пришли некоторые люди, которые ни разу на занятиях не были. Да и здесь по какой-то причине не остаются. Приготовьте в письменном виде и прямо на собрании коротко ответьте, чтобы было. Чтобы не было так жалеть. Один, ой, слышали, Лапкин-то умер, говорит, а тот, надо же, говорит, я сколько лет к нему собирался поехать-то, как жалко. А тот, говорит, я умер, он, говорит, живее всех живых. Ну, слава Богу, говорит, ну, сейчас некуда ехать. А то пока умер, если умер, ну, вот тогда жалею, а так, да подождет еще, поживет. Потому что каждый день может быть последний. Меня это тронуло, что есть люди, которые понимают, что сегодня есть, а завтра может не быть. Поэтому я ваш слуга, как Папа Римский говорит, раб рабов. Сегодня вот было причастие, я причастник. Сегодня попробуй тронь меня, огнем сожгу. Как Златоуст говорит, огнем огнедышащие львы делаются, какие люди. Конечно, это великое дело. И у нас такая проверка, и говорит, а как готовиться? Ну, короче, вчера считали каноны, покаянные. Богородица, ангелу-хранителю, причастные, до причастия какие стихи, оно что-то все равно отлагается. И к этому, видите, как трепетно подходят люди, девочки. Гляжу вчера, на, как вот идти на урок, где-то она свернула опять, уже идти, сейчас грехи, наверное, написала, там, гляжу, опять развернула, почитала, опять сложила в карман, маленько погодя, уже заходить. Она снова, чтобы не забыть-то где, ну, не записку уже батюшке показывает-то. Это которые наши дети здесь. Это тоже чего-то стоит. Поблагодарить Бога, что вот мы в этой как бы изоляции. А какая изоляция, когда на весь мир везде идут? Вы ни одного слова, батюшка, не пропускайте мимо. О чем он говорил? Все это учесть надо. Вот это об этом не говорить, это не надо. К делу сказано, все уже сказано. Никаких старых обид, ничего. Новые наплывают. Вот у меня наплыл сегодня еще один в реестр. И против причастия. Вот вы, дети, это что, настоящее тело, оно перерабатывается так же, выходит из человека, то есть он дальше начинает. Ну, что сказать на это? Я обязан сказать, что это не так. Это истинно тело. Тело. И ни о какой переработке речи не идет. И ни один святой об этом не говорит. Там дается тебе то, что если зуб с дуплом, так в дупле останется. Ну, какое там, частичка-то какая-то. Поэтому, когда касается каких божественных таинств где-то, мы просто вынуждены серьезно посмотреть, что этот человек говорит недоброе, пояснить один раз, чуть-чуть. Если он верующий, если христианин, а нет, значит вообще не разговаривает. Есть вещи, о которых не говорят. Вот полностью разъяснять причастие, Златоуст говорит. Итак, сегодня мы приступаем к великому таинству. Здесь совершается то, дальше двоеточие, верные знают, о чем я говорю. То есть, говорит проповедь, когда оглашенные здесь и вновь пришедшие. С верными говорит все. Но это в то время так было, сегодня об этом все написано, книги тут уж искусственно тайну не создашь. Мы в это верим. У нас единственное место, где мы можем реально соприкасаться со Христом в чувственном виде, это только причастие. Католики ввели второе таинство, общение с папой. Ну, даже сравнивать нечего. С папой. Я выставил этот материал, и кто выступил, и приняли это все реально, это на месте Христа, и поэтому я как ко Христу подхожу, а мы только окушаем. Поэтому то, что где-то проходит, чтобы оно не мимо нас шло. Я чуть-чуть политической обстановки можно сказать. Вы знаете, если кто не смотрит, тот мало знает. Путин главнокомандующий, верховный главнокомандующий.
Сегодня разные институты, политологи там где-то. Что узнаешь, когда весь мир был в шоке, написано, молниеносно облетела весть. Только что выступил там госсекретарь Керри в Америке, говорит, Россия, Путин увяз как в болоте, никогда не выйдет из этой Сирии. Так минимум 10 лет разбирать будут. И вдруг он дал указ, срочно всем бомбардировщики большие грузят туда вертолеты, а самые большие Русланы, видно, как грузят, все показывают, и возвращаются, их встречают в Челябинске. Выводят, военнослужащие идут, все радостные. Ну, потеря там Турция нанесла, и вертолет когда... И все отзываются во всем мире о Путине как политике самого высокого ранга. Его только избрали. Я всегда говорил об этом, что у него очень хороший статус по советникам. Какие советники? Вот сделали 5 месяцев. И сделали то, что американцы там со своими войсками, говорят, за 3 года ничего этого не сделали. Перелом в войне наступил, сирийские правительственные войска занимают уже 10 тысяч квадратных метров, километров, говорят, у них вернули площадь. Это совсем уже государство разрушено. Ну, Башар Асада, чтобы свергли. И Путин дал указание назад. Никто не ожидал, ни один политолог. Самые умные, все попятились. С этим человеком разговаривать просто так нельзя. Так что я всегда прошу усилить молитву о нем и о Рамзане Кадырове. Это обязательно будут не 40 киллеров, а 40 тысяч киллеров на это. Чтобы Господь сохранил и в Америке, и везде. Потому что мы уже привыкли вот к этой более-менее стабильной обстановке. Чего нам сейчас не хватает? Ну, мало. Ну, научись экономно жить, не трать лишнее-то на себя. Ты выйдешь, что ли? Где-то и заплатку перетерпи на себе, где-то пост. Но если начнем сейчас роптать, конца края не будет. Что, выводить как Навальный? А я посмотрел в Библии Навальный, да про него же сказано. Сказано. Этот человек имел большие стада овец, и когда у него там стрижка овец, это праздник был местного значения-то. А рядом Давид, его никто не тронул. Ни один разбойник, ни одной овечки не тронули. Знаться с нами будешь. И Давид говорит, ну сходите, может что-то даст. И он встретил и оскорбил. И на мало ли тут от царя бегает, ходит по горам, где я всех накормлю? Пьяный, а жена-то когда узнала, всяко, что она на меня немедленно нагрузила ослов навстречу, а Давид уже с воинами пошел истребить дотла. Навальный это производное оттуда. У них такие отпрыски. Там Скуратов был, задавил митрополита Филиппа. А сегодня по-разному Скуратович, Скуратовский, это все отпрыски от той фамилии идут. Их искусственно потом не придумывали фамилии-то. Они были один раз даны, вот даны, так идет. Моему прадеду было, прапрадеду, такую фамилию я ношу. Ты не думаешь, что у тебя фамилия вчера только ее дали. Она была раньше, твои предки. Когда в России устанавливались вот эти фамилии, какие, я говорю, умные люди были, им, наверное, указания, я так догадываюсь. В каждом сельсовете, ну, в своей там где-то земской управе, давайте по разным признакам, по специальности, по должности, по статусу. А кто идет? Я представляю, как они сидят, комиссия. Ну и люди потянули, что такое фамилия-то? Никто не знает. Ну до этого как? Подопри гора, там, как арбуз, там, как его называли-то. И вдруг идет, а кто это? Да Мария, это вдова. Так, вдовин. Все, запечатались. Он идет вдовин. Я теперь должен что? Везде пиши вдовин Иван. Просто Ванька была, теперь Иван вдовин. Надо. Второй идет тоже. И тоже вдова, и Марин. А ну это муж вдовин, да, Марин назовем. Марин, пожалуйста. А этот, у нее кроме курицы-то ничего нету. Курицу, все, Курочкин. Ну, разные фамилии, именно отсюда. Самая распространенная в деревне специальность была кузнец во всем мире. Вот Шмидт, Смит, Кузнецов, это одна же фамилия. Самая многозначительная, массовая везде. В Москве только 5000 Иванов, Ивановичей Ивановых. Фантазии никакой нет. Вот Игнатий Лапкин один на весь интернет. Почему? А называли по календарю, не фамилия, Лапкиных много. Поэтому у нас, видите, какие певущие фамилии тут, Тараси, Нестор, это в интернете не отзывается. Да разве только это, Военнафа, Ефросиня и то, чего стоит. Даже вот по-малому, когда посмотришь, как хорошо вот это наследие отцов наших сохранить, называть по этому, который нам дан, календарь, по календарю и прочее. Мужских имен 750. Я специально этой темой занимался. Сегодня не больше 33 на слуху. Все. Я зашел в Алтайскую правду, а там, ну, как-то выдавлено, как-то
на жестянке, на какой-то так, бронзовый. И кто в войну вышли из редакции, погибли. Так вот, который поехал, Иван, Василий, Игорь, Михаил, а величаются все уже интересно, те дореволюционные. Иван Никандрович, Михаил Севастьянович. И дальше считаешь, и все эти слова-то, Митрофанович, не было. Ну вот говорит, Демидов, а как его фамилия? Демидовские дома. Кто знает, как его звать было? Акинфи. Главный родоначальник. Акинфи. Да где сейчас Акинфи ты найдешь-то? Вот у нас Игорь, Щтецы, 4 Щтеца, 4 Игоря. Из них еще Игоря Владимировича 2. Ну явно дело, что, говорит, брось, говорит, собаку, попадешь, говорит, в Лену или в Наташу. Ну нельзя так. Даже в этом вопросе и надо быть внимательным. Я уж к слову скажу, вот у нас у отца он Тихон, брат родной Амос, второй брат Наум. У мамы три брата, Макарий, Филарет, Эммануил. Но нет в школах этого. Климент Ефремович Ворошилов. Ни Климента, ни Ефрема нигде нет. Иосиф Виссарионович, Иосиф Анадёша Виссарионович. И везде вот такая вот какая-то скудость. Нет этой гаммы цветов и звучания имен. И что ты услышал об этом, сказали вот сейчас, себе раз и запомнить. Я усилю молитвы о нашем, это наш президент. А сказали о Рамзане, на него такое везде покушение. Господи, сохрани его, потому что это ворота снизу под брюшей России. Это не просто там человек, который встал-то, а он сдерживающий, который держит. И поэтому перед Богом на молитве. И молитва маленько продлится, подлиннее будет. Вот так. Аминь. Спаси Христос. Ну, в народе говорят, что имеем не храним, а потерявши плачем. Давайте будем уже теперь ценить то, что имеем. Еще? У кого есть слово? Можно. Да, брат. Вчера Енафа, ну, с Мариной, со своей мамой крестной, ходили там, устраивается, она в колледж устраивается. Педагогический, на 80-й гвардейской дивизии. Ну там народу было, день открытых дверей. Ну и ходили там, знакомились, и они потом там оставались, я их привез туда. Там прошелся, посмотрел немного, как за что. Ну очень сложная, ну интересно, она себе, я не понял, говорю, а что ты такую себе специальность выбираешь, что учитель? Это, говорю, сейчас самое непрезентабельное, что можно выбрать. Дети такие, как их учить, непонятно. Она говорит, да я, говорит, не просто так, она... Как они называются? На букву К. Коррекционный класс. Да. Коррекционный. Короче, глухонемым преподавать. Да, и там у них такая штучка есть. Вот так вот. Короче, если туда попадет она, ну, я так подумал, думаю, это прям такого редко у кого бывает, чтобы отец глухонемой, а мать слышащая. Обычно это не сходится никогда. Или они оба глухонемых. Или там, ну, бывает, и женщина глухонемая, ну, там то навряд ли это такое будет вообще, не бывает. А тут, как бы, вообще ей, ну, все в руку, потому что какие-то там переводы она должна вообще отлично переводить. Тем более она уже знает многое. Так что вот помолиться, она сама это не скажет об этом. А Насти нету, она осталась дома. Поэтому, ну, вот так понимаете уже, что наши дети подросли. И некоторые уже сразу специальность ищут. Вот она после 9 класса, получается, пойдет, у нее будет специальность уже. Но это, конечно, неплохо. У них там огромные комплексы, там и спортивные, и все. Это там где-то приблизительно, наверное, метров 200 квадрат, 200 на 200, огорожен там железными заборами. И там у них общежитие сразу. И там так чистота такая, все улыбаются, там встретили хорошо. Там. Ну, визитки брали тоже. Один парнишка не стал брать. И потом я его спрашиваю, а ты-то что не берешь? Наверное, уже о Боге знаешь все? Он говорит, да, конечно, знаю. Я говорю, любишь Бога, да? Он говорит, ну, люблю. Я говорю, ну, я не верю, что ты любишь Бога. И потом, когда подъезжал уже за ними, обратно ехал, и там гараж рядом стоит, колледж, и так дорога, и гараж. И гараж такой закуточек. Немножко, как бы, вход туда, и метров 15 получается. И не видно с окон, что за гаражом творится. И они раз сюда перебегают, эти детишки. А я как раз туда машину решил поставить. Заворачиваю, а там это, деревья, это, кусты. И вот они стоят, все, которые меня принимали там, уже они здесь, на улице. Бейджики вот эти там у них, кто там, что. И стоят все, курят.
А они, ну, на 2 года, может, старше, и нафиг. Кучка человек 10. Пацаны, девчонки. И я, а я-то там поговорил с одним парнишкой тоже. Там стоит, задирает одного по волосам, что-то там его чешет. Высокий такой здоровенный парень, выше меня на голову. Я подошел к нему. Я говорю, ты сюда что пришел? Я говорю, волосы ему, что ли, чесать? Ты, говорю, что злобу-то свою не можешь спрятать даже здесь? Я говорю, будущий педагог еще ты. Ты что, здоровее его, что ли? А тот парнишка, ну, сравните, если как меня, допустим, и, ну, кого-нибудь вот, вот, с молодежью. Выглядит такой, ну, здоровый такой. А тот, ну, как пацан маленький, ну, такого невысокого роста. Ну, видать, вместе пришли со школы. И он стоит, задирает. Я порассказывал, там немножко ему рассказал. Там еще вокруг стоят, это, ребята стояли. А в актовом зале все не зашли, потому что с родителями пришли. Там отец, мать, там, видать, бабушка, дедушка. Там, ну, народу было очень много. Забито все. И там показывали, что у них, ну, какие профессиональные обучения. Ну, тут понятно все уже нам-то, как взрослым. А дети не вошли. Ну, я не знаю, как они там что потом будут объяснять. Объяснили, наверное. Я так понимаю. Ну и все, и вот там вот они тоже там были. И все курят, стоят. И потом меня увидали, раз так вижу, побросали. И убежали. Убежали, я смотрю после них. Вот, не поверите. Курить-то нельзя там во дворах нигде, там гоняют их. Но это вот бордюрина, вот такая идет, бордюрина. Ну и так где-то, наверное, 1-1.5 метра. И вот, вот на такое вот расстояние, вот так все завалено. Сигареты, пачки, маленькие тоненькие сигаретки, папиросики, так вот так вот все завалено полностью окурками. Понимаете? Куда я посмотрел, думаю, господи, куда она, Енафа, идет, улыбается. Я думаю, куда вы, дети наши, лезете? Господи, какие у вас там будут окружения? Какие у вас там будут поганейшие людишки? Ну, батюшка говорит, никого не обсуждайте и так далее. Несудимы там будете и так далее. Чего там судить-то уже? Если там Рейдинша курит, у них там другие отношения какие? Господи, да какие, прости меня, да какие другие отношения, если это нечестие, грех, который тебе никогда не простится Господом Богом? Что там непонятного-то уже? И начинает вокруг да около все ходить. Поэтому вы вникните в то, что через что им предстоит пройти. Бедные дети. Сестра Нина имеет слово. Мы знаем, что она писала письмо. Отправляла. И результат, получено письмо или нет, и какой ответ? И о том хотела. Ну и о том тоже. Ну, о том, ну, все так, как было, так и есть. То есть письмо-то получили ваше? Да я лично передала туда. А, передали? Да, да. Я лично передала и ушла, и все. Ответ какой? Я вот о детях хотела. Игорь вот затронул такую тему, я хотела бы тоже о детях. Вот я 2-й год от детей оторвана. И последний раз, когда я была в лагере, у меня была беседа с Ваней, Дробот. Ну, ребенок такой, он какой-то вяленький немного, это. И потом был у нас такой там момент, когда ему доверили читать псалтирь. И он так плохо читал, заикался, и как-то невнятно, нечетко. И потом, после этого, я с ним поговорила, с Ваней. Уже шли из храма, я его отозвала, мы с ним пока дорогой шли. Я с ним поговорила: «Ванечка, вот ты вышел, это не просто, это народ, перед которым ты вышел со Словом Божьим. И кто и знает в жизни, как придется. Ты сегодня мало сказал, но ты должен был хорошо говорить. Да потренируйся, вот время такое находи здесь, между делом там где-то, уединяйся и почитывай». Я смотрю, ребенок, правда, стал заниматься. И уже на следующий раз он читал уже лучше, а потом еще лучше. И у него стало получаться. Ну, это был мой последний в лагере сезон. Вот. И дальнейшую я не знаю его судьбу. Ну, на этом. И я ему тогда сказала: в твоей жизни может случиться такое, что ты будешь стоять перед большой массой народа, много будет народа, и ты будешь говорить слово, если ты сейчас научишься вот перед маленьким народом говорить. А потом ты научишься, впереди вот вполне возможно, что Бог даст тебе вот эту вот свободу говорить людям. Не знаю, как это у него отложилось дальше. Это вот о нем. Думаю, что стоит об этом вот с ним поговорить и потрудиться. Теперь, помните, у нас Нестор еще совсем маленький был. Он пел громче хора.
помните, вот так, и даже в Потеряевке, когда были, его там, он тоже маленький еще был, а он уже так пел, стоял, и его даже там приостанавливали и показывали, чтобы потише, это он был маленький. Теперь он понимает уже, он уже так не поет, но у него все равно есть жажда пения. Он всегда пристраивается. Я даже вот последний раз, даже не последний, предпоследний раз я вот была здесь, и он впереди меня стоял, я думаю, кто-то так прямо хорошо пристраивается, мужской голос слышу. И когда я прислушалась, никакой это не мужской, это стоит Нестор. Вот девочками я вижу, что занимается, и хорошо, девочки уже у нас на клиросе, вот так они уже пристраиваются, и уже ну, видно, что трудятся девчонки. И вот мне бы очень хотелось, чтобы обратили внимание на Нестора. Его тоже можно вот к этому пению, и ну кто и знает, кто, что у него будет впереди. Вполне возможно такое. Я по поводу детей, по поводу пения на клиросе. Мы подходили к батюшке, спрашивали благословения, батюшка благословил. Но потом ко мне подошли сестры и сказали, что малышей нужно убрать с клироса. Кто? Ну, зачем я буду называть кто? Не важно, что они не сказали убрать стоят. Маленьких детей может, с клироса. И я, например, убрала Лешу и Таразу. Стоят и поют рядом. Мы же все поем. У нас же свободно, мы поем те места, которые, возможно, нам петь. Мы же поем. Зачем клиры-то обязательно? Не обязательно же там стоять. Ну, чтобы их научить, они же вот у нас уже, я вижу, вот кто-то что-то уже понимает и умеет. И ребенка этому же научить. Пусть растут и возрастают. Ну там всех туда не пристроить. Будет второй этаж. Места мало. Да на своем месте не надо туда клеить. Но они на своем стоят и поют. Вы правы, заниматься детьми нужно, но и правы те, кто говорит, что на клиросе места, конечно, не хватит. Мало. Детьми заниматься нужно. Никто не говорит о том, что этого не нужно делать. Но чтобы все непременно были на клиросе, это да тоже нереально. Нереально и ни к чему, я думаю. Да. Может быть, даже можно чередовать. Вот, может быть, даже такой вот как бы для них интерес будет, что сегодня одни, а завтра другие. То есть, чтобы не было там такого, чтобы мы не имели возможности. Ну, благочинно да вести себя на клиросе. Положа руку, извините, на сердце, кое-кто там и не поет на клиросе. Вот в чем дело. Я-то рядом стою. Сегодня уже настояла, стояла, ушла просто сама. То есть, пребывая на клиросе, просто да. Стоит, да? Да, конечно, ну, видно там. Ну, и потом, я вот скажу от себя. Бывает такое пение, что я за сестрами просто не могу тянуться. Поэтому я молчу, потому что батюшка уже говорил о том, что если не умеешь, ну, чтобы не было этого разнобоя в пении. Можно еще, как бы сказать, я сделала акцент-то не для того, чтобы спели, стояли на клиросе, я на конкретном ребенке сделала акцент. На конкретном ребенке, не о взрослых. На спевке его звали. На спевке, да, надо призывать его. Надо, конечно, заниматься. Еще у кого есть какие вопросы, пожелания, просьбы, слово благодарности. Ну, у всех, я думаю, есть слово. Да, брат. Нина Александровна, вы письмо отдали, и ни ответа, ни привета. Письмо-то ответили. А я уже ответила, сказала. Ничего нет. А я не. А какой ответ? От кого ожидать? Я и не ожидала. Никаких ответов ответа я не ожидала. Кротко ответ ему брату. Ответ кротко. Я ответила с этого брату тебя спрашивают конкретно. А ты понял, да? Ничего не понял. Ты не понял. Ответа не было. Письмо передала из рук в руки, а ответа не предполагалось. Ну и все. А что там? Кому передали? Священнику. На прошлом собрании. Благочинному. Благочинному она отдала письмо сама. Все, благодарим Бога. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло.
просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своим и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой, да наставит нас не призывать никаких иных богов вопия, а во очи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Да, уже я вам есть. Но я не считал. Когда совещали губернатора, они первое место Сергея.